Всем привет, дорогие друзья, я приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас пятница, 14 апреля. Выходим на линию, время у нас 10. Поработаем, посмотрим. Надеюсь, сегодня будет очень хорошо на заказы и на цены. Поэтому приятного просмотра, мы начинаем. Проехался немного от дома в сторону коэффициентов, и уже и так весь город разгорелся. Взял первый заказ, вот такой коротенький. Сейчас покажу, как приходил. Вот так, экспресс 240. Перед этим там давала очень плохие заказы, два пропустил. Первый вот такой по зелени, по курьеру. Ну, видно, да, что все плохо. И второй вот такой, там подача почти 5 километров, курьер 40, поэтому пропустил. Едем забирать неплохой экспресс. Забрали документы. Так, смотрим, сколько ехать. По доставке ехать 10 минут. 3-4 километра, такая цена, нормалек. Сразу в лед пришел следующий заказ. Такой неплохой. Только один заказ из меня убрали. По-моему, я не сделал скриншот. А нет, сделал. Вот смотрите, 350. Вот. По точкам. Ну вот так вот. И одна была еще где-то вот здесь. Но ее убрали. Ладно, поехали. Забрал вот такой мощнейший заказ. Сейчас посмотрим. 1200, но его пересчитает, потому что одна точка отвалилась. А так 17 минут ехать. Погнали. Смотрим, как пересчитает заказ. Заказ будет оплачен картой. Ну, такое более-менее. Там основное стоило, конечно, да, то, что долгая поездка. Ладно, продолжаем ожидать заказ. Погода сегодня пушка. И мы в самом центре. Вон прям Эрмитаж виднеется. Да, накидывает в центре заказами нормально, но, конечно, не теми, что надо. Вот такой пропустил, он был с кэфом 30 по экспрессу. И вот этот сам как-то пропустился, короче, в шушары по курьеру, ну, тоже, наверное, не очень хороший. Взял KFC с кэфом 40, вот, коротыш, его, в принципе, думаю, можно сделать, так как у нас есть цель. Вот, поедем, заберем KFC-шку. Закрыли KFC, получилась минималка, но очень такая неудачная, потому что с пропусками, плюс там я очень долго ждал. То есть тут 15 минут показывает, но это без ожиданий, и здесь тоже ожидания не было. Вот, о, курьер, Пушкин. Ну, Пушкин можно будет пропустить, наверное. Принимаем оплату наличными. Поехали забирать. Да, такой мультик попался, что на самом деле не отличить, какой заказ куда. Вот приезжаю, например, вот здесь, да, смотрим, ни номера заказа, ничего. Второй такой же, как будто просто два частника заказали, вот как мне определить, какой заказ куда. Напишите в комментариях, может, вы знаете, ну вот как бы вот такой. Поэтому, наверное, придется съездить в Пушкин, потом, если что, вернуться, включиться на линию. Так что так. Забрал два заказа, все-таки последний в Пушкин, вот, но отличить его никак. И до сих пор написано оплата наличными. Вот, то есть как они будут платить по отдельности, то есть я не вижу, например, сколько на первый он должен заплатить. Фигня какая-то. Ладно, там уже по ходу дела разберемся, наверное. Ну что, ребят, закрыл заказ. Вот такая цена. Дали 1100, то есть сколько, 70 рублей чая. И сказали мне, что по первому заказу деньги должны... Картой. О, вот это пересчет, вот это на баланс доплатится, вот это нормально. Вот так вот съездил, за час справился, отлично. В общем, посмотрел я, что цели мои не будут считаться общие, вот. Поэтому вот в Санкт-Петербурге только действует, поэтому решил кнопку поставить все-таки, чтобы не терять время. Но коэффициент тут вроде неплохой такой, горит, конечно. 400 на доставку показывает. Вот сейчас бы что-нибудь по пути бы пришло, было бы просто шикарно, мне кажется. Так, навигация, самый дальний, вот так бы я поехал, конечно. Тин-тин-тин, ну да. Ладно, подождем пару минут или потихоньку буду двигаться, посмотрим сейчас. Доехал до Шушар и прилетел хороший заказ. В принципе, тут коэффициенты очень жестко горят, смотрите, где отдавать, забирать, отдавать, да? Он, по-моему, был, сейчас покажу. Так.
передвинем это сюда. Вот такой был. 370 лавка. Нормально, в принципе. Думаю, по цене будет очень хорошо. Забрали две такие коробки. Сейчас посмотрим. Ого! Нормально так получается. 3 минуты 500 метров. Неплохо. Поехали. Пришел следующий заказ сразу. Там минимальный коэффициент 40 или 50. Вот здесь все нормально. А вот последняя точка через весь город. Я думаю, мы ее пропустим. Пока не пойму, что там. Очень долго грузит что-то. Везде долго грузит. Так, частник, короче, и Изоопторг. В принципе, поймем, что куда, и будем пропускать Луначарского. Одно вручение по Шушарам быстро сделаем, нормально. Забрал Зоопторг в Шушарах, пакет. Короче, ехать тут по фигне, смотрите, цена появилась. 1000 это все добро стоит. Вот, я вот не знаю, ехать туда или нет за 1000. Это получается вообще в другой конец города. Что-то оно даже его не показывает пока. А, его убрали, походу, переназначили на другого курьера, смотрите, да? Ну да, на Луначарского надо было ехать, понятно. Я даже ничего не пропускал. Понятно, ладно, едем отдавать. Заказ по району был короткий. Заказ будет оплачен картой. Мощно, на 126 же ценили. Ну, чисто минималка. 210 сейчас минималки. В принципе, Шушары горят более-менее. Выходим. Дальше работаем. Принял все-таки решение выезжать из Шушар. Короче, к Купчино подъезжаю, и он мне дает Бургер Кинг с кэфом 150 в Новогорелово. Я такой, офигеть. Вот прикиньте, не было бы точки Б, да? Сейчас бы поехал. Кстати, предупреждение он мне уже дал по поводу самолета. Вот. Вот это неплохое, сейчас покажу. Вот такое можно взять, в принципе. 270 в центр. Почему нет? Краснопутилов, сказать, что-то такое писал. Разворачиваться мне, конечно, придется. Ладно, поехали забрать. Забрал заказ, в принципе, неплохой. Ехать 18 минут писала. Да, 6,7 километра по цене. 450 без комиссии. Это хороший заказ. Поехали. Отдавайте. В общем, ребят, поставил кнопку домой. И так, час ехать 18 километров. Время уже у нас получается 5. Пока доеду в 6, начало 7. Мне сегодня на работу еще, поэтому будем потихоньку двигаться к дому. Может быть, что-нибудь поймаем, тогда еще вам покажу. Выдвигаюсь, в общем, отсюда. А то тут пробки просто жесть. Они еще сейчас будут нарастать и нарастать, я думаю. Такой расклад. Ну что, поймал все-таки заказ к дому. Повезу такую запчасть. Тут покажет только сколько ехать, а вот по цене только оплата наличными. Ну это прямо к дому моему. Час ехать, 14 километров, я думаю, около 1000 будет. В общем, он изначально приходил, сейчас покажу, как вот так вот, но потом отменялся 2 раза и приходил, по-моему, 440 уже кэфом, что ли. Ну и так нормально, в принципе, по пути домой как надо, поэтому едем. Как получу оплату, так вам покажу, сколько вышло. Ребята, если вы не знаете, к какому парку подключиться, я вам рекомендую своих друзей и партнеров. Это парк Опора. Минимальная комиссия по всей России 40 рублей в сутки. Моментальные выплаты, круглосуточная техподдержка. На протяжении долгого времени с ними работаю, поэтому рекомендую вам. Подключайтесь, зарабатывайте. Хороших доставок. Ну что, друзья, доставил я заказ. Ушло у меня на него где-то часа полтора, наверное, такая цена. Честно говоря, думал, будет немножко побольше. Вот, я уже дома, как вы понимаете, поэтому можно подводить итоги, что у меня сегодня получилось. Вышел я с 10, первый заказ я получил в 10.45. Вот. 10.45, да? Ну, то есть на линии, грубо говоря, где-то 8,5 часов, наверное. Проехал 125 км по пробегу, кстати, очень хорошо сегодня получилось. Даже немного, с учетом того, что я в Пушкин съездил. По кассе 4.550. Вычтем 550 на бенз, 4 остается. В принципе, нормально. За 8,5 часов, считаю, неплохо. Поэтому я поехал отдыхать. Всем удачных доставок. Пока, увидимся.